Игорь Вдовин отнял у меня все. Шикуют за мой счет и содержат своих любовниц на мои деньги. Так недавно о своем бывшем муже отозвалась известная балерина Анастасия Волочкова. А зрители уже почти забыли, что когда-то Анастасия Волочкова была выдающейся балериной. Ей рукоплескали залы Большого и Мариинки, Королевского балета и Гранд-опера. Он начал с того, что он постоянно брал у меня деньги в долг. Постоянно. Сначала 600 тысяч долларов, хотя я не была миллионершей. Но все же я отдавала, потому что я любила этого человека. Радость. Смотрите, какой сюрприз. Дочка пришла. Не плакать, ты не так, тихо. Не плакать, ты не дома, мам, нельзя плакать. Сегодня плакать нельзя плакать сегодня, это тебе. Мыська, спасибо, я столько про тебя рассказываю, какая ты талантливая. Да, посадись. Столько всего мама говорила о тебе сейчас. Да. И мы говорили про этот большой дом ваш, а почему ты сейчас не в нем живешь? Почему ты живешь у папы? Что это ты надеваешь на палец? Это я надеваю силиконовую прокладку. Некоторые женщины себе в грудь силикон кладут, а у меня на пальце.